Болгар – древний город на берегах Волги, возникший более 1000 лет назад. Колыбель татарского народа и место принятия ислама в России. Торговля и ремесла, науки и искусство процветали в древнем Болгаре. Он был больше Лондона и Парижа того времени. Сегодня древний город Болгар – это один из наиболее популярных туристических центров Татарстана и России в целом. Памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Окунитесь в мир древности, побывав в соборной мечети. Полюбуйтесь самым большим печатным Кораном в мире. Древний город Болгар. Загляните в прошлое, чтобы увидеть будущее.